Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас очень и очень интересная и необычная сборочка. Эту сборочку я делаю по просьбе своих самых дорогих подписчиков, самых активных людей, которые активно делают добрые советы, дают альтернативные решения, прекрасно предлагают, которые чересчур даже, мне кажется, порой многословны. Спасибо вам, ребята, я всегда помню вас, что вы есть, что вы рядом, вы меня воодушевляете, это большие друзья моего канала, Роман Наречный. Спасибо, Романчик, Денис Денисов, спасибо, Дениска, Джой Джин, спасибо, Джойчик, мистер Оскар, Оскар, спасибо тебе большое, Сергей Шариков, ну это вообще самый-самый-самый любимый завсегдатай нашего канала. И Кузян. Ну куда ж без Кузяна. Конечно, Кузянчик, спасибо тебе большое. Спасибо. Вы, ребята, вдохновили меня на новую сборку. По вашим просьбам, по вашим предложениям, по вашим пожеланиям я ее сейчас буду делать. Спасибо вам еще раз, ребята, большое. Спасибо, что вы есть. Спасибо, что вы активно даете мне свои советы. Спасибо, что вы активно смотрите мои видео. Еще раз вам большое и большое спасибо. Итак, ребята, сборка будет необычная. Посмотрите внимательно, в этой сборке нету видеокарты. А какая видеокарта будет, я расскажу в самом конце нашей сборки. Итак, пойдем по порядку. Оперативная память. G-Skill Aegis. Две планки по 8 гигов. Отличная оперативочка, ребята, за реальную стоимость для нашей сборки, просто мега оперативная память. 16 гигов, это сейчас как бы необходимое количество, ни больше, ни меньше. Материнская плата, это MSI B450 Tapro Max, я думаю, что она особо в рекламе уже не нуждается. Отличная материнская плата, великолепная, надежная, с отличным биосом. Чуть что, можно даже ставить без обновления биоса процессоры Ryzen 3-го поколения. Кто не знает. Но вы, конечно, все умнички большие, вы уже много чего знаете. Под системку, ребятки, мы берем с вами SSD-диск. Недорогой, а пассер на 128 гигабайт. Скорость чтения 560 мегабайт, скорость записи 540 мегабайт. Время наработки до отказа 1,5 миллиона часов. Процессор. Процессор, поскольку у нас сборка будет среднего ценового сегмента, нам, я думаю, сильно процессор третьего поколения брать не надо. И я беру такой недорогой процессор на сегодняшний день. Достаточно производительно, достаточно интересно. Это 6-ядерный, 12-поточный AMD Ryzen 5 2600. Что мы имеем? 6 ядер, 12 потоков, частота ядра 3,4 ГГц, максимальная частота процессора в бусте 3,9 ГГц. Кэш-память 2 уровня 3 МБ, кэш-память 3 уровня 16 МБ. Термопакет 65 Вт. Отличный, ребята, процессор, это доработанная версия первой линейки 1600-го процессора, который там лишен кое-каких багов. Ну, как бы такой пробущенный 1600-й можно назвать его, немножко изменена там архитектура. Отличный, ребята, процессор, можете смело покупать его. Нам хватит этот процессор по мощности, хватит на годы и годы еще. Я так забегая вперед, объясню, значит... Корпус мы берем Coguar MX330G. Почему корпус? Потому что у него правая крышка из закаленного стекла. А почему из закаленного стекла, ребята? Потому что у нас видеокарта будет с RGB подсветочкой. Непростая, и вы видите какая. Отличный корпус, ребята. Очень функциональный, вместительный. Вверху сеточка, 4 USB разъема, 2 аудио входа, микрофон, динамики,
Кнопка включения, кнопка перезагрузки. Великолепный, ребята, корпус. Из-за клёного стекла с правой крышкой, кто ищет недорогой классный корпус. Ребята, кому надо, берите, не пожалеете. Самая главная информация. Значит, максимальная длина видеокарты до 350 мм. Практически любая видеокарта сюда зайдет. Значит, насколько я помню, башенный кулер ты хочешь поставить? Можно ставить башенный кулер до 160 мм высотой. Что там еще есть? Значит, лотки формата 5.25. Одна штука. Лоток формата 3,5 дюйма, две штуки. И лоток формата 2,5 дюйма, тоже две штуки. Ну, для нашей сборки, в принципе, нам особо больше ничего не надо. Блок питания, ребята, конечно, это Чевтек, конечно, это Протон, конечно, это на 600 ватт. Это прекрасный, отличный блок питания, достаточно тихий, производительный, бронзовым сертификатом. Великолепная элементная база, тайваньские конденсаторы стоят. Ребята, тихий, негромкий, долговечный, надежный. Покупаете, и за эту цену, ребята, альтернатив у него практически нет. Покупаете, ставите и забываете вообще о каких-либо проблемах. Под все наши игры, под музыку, под кино, под все наши файлы мы берем легендарный жесткий диск Western Digital VD Blue на 1 терабайт. Прекрасный жесткий диск, ребята. Я думаю, что все вы знаете, что Western Digital — это одни из самых надежных дисков. Тихие, классные, отличные диски, ребята. Берете и на долгие годы лишаете себя всевозможных проблем. И теперь самое главное. Самое главное, как бы вишенка на нашем торте, видеокарта. Опа! Видеокарта Sapphire RX 5500 XT Nitro Plus. Стоимостью $259. Ребята, вот эту карту мы берем себе в виртуальную сборочку. Красота какая, посмотрите, с RGB подсветочкой. Поэтому мы взяли с вами корпус с правой стенкой из закаленного стекла. Это по совету наших больших друзей. Еще раз: Роман Наречный, Денис Денисов, Джой Джин, мистер Оскар, Кузян и Сергей Шариков. Спасибо, ребята, что мне подсказали. Спасибо вам большое. Вот эту карту мы берем в нашу сборочку великолепную. Конечно, сборка виртуальная. Карту пока достать невозможно, купить у нас ее невозможно. Ну, пройдет совсем немного времени, ребята, и она появится. Рекомендованная розничная цена $259. Там кто-то там говорил, что карты будут 5500 XT максимум стоить $200, 230. Ну, как бы, вот по совету ребят, я нашел вот эту карту. Вот цена ее будет $259. Может быть, даже чуть-чуть дороже на первоначальных стадиях продаж. Вот такая у нас получилась, ребята, виртуальная сборочка. Обойдется нам эта вся наша музычка где-то в 720 условных единиц или в 46 тысяч рублей. Что она нам даст, ребятки? Она нам даст игру на Full HD мониторе на высоких настройках. Комфортную, классный геймплей нас ждет. Надеюсь, видеокарточки допилят дровишечки хорошие, поднимут ей производительность. И она поднимется на своей производительности на невыданную высоту. Ребята, предлагаю немножко подробнее остановиться на карте 5500 XT от Sapphire Nitro Plus. Версия на 8 гигов. Это очень интересная, наверное, информация, какая будет видеокарта, потому что это новинка. Нам всем интересно, что она нам даст, какая производительность будет. Ну, если серьезно, мы узнаем, какая будет производительность только после того, как эта карта выйдет реально. И мы ее прикупим, я обещаю, что я обязательно куплю, когда будет уже какая-то более-менее вменяемая цена на нее. Тем более, что меня об этом очень все просили
Ребятки, особенно Сергей Шариков, это большой друг моего канала. Серега, для тебя специально куплю и протещу, и выложу. И для вас всех, мои дорогие подписчики и гости канала. Итак, у этой карты есть дополнительное питание. Один 8-контактный разъем. PCI-Express. Ребята, помните об этом. Обязательно. Значит, потоковых процессоров 1408. К сожалению, у нее столько же потоковых процессоров, как и у простой карты 5500. Без индекса XT. Ну что, если честно, я думал, что потоковых процессоров у нее будет немножко больше. Но, к сожалению, это не так. Что еще можно сказать, ребята? То, что, конечно, цена, ну, на мой взгляд, немножко высоковатая, но такая вот цена, вот такое вот специальное издание. Вы понимаете, ребята, ну что, красота требует бабла, как я говорю. Рэч? Я имею в виду, это чисто что железяк. Ну, хорошая RGB, там, Рэч, красивая подсветка, мы поэтому, ребята, и взяли корпус, такое? Системный блок. Что с этой с закаленным стеклом с правой стороны, с крышкой. Потому что у нас видеокарта будет очень-очень красиво, очень, с очень красивой RGB подсветкой. Чтобы эту красоту все не убить, мы поэтому взяли такой корпус. Ну что, ребята, я думаю, что со временем у нас появится эта карта в наличии. Мы ее протестим, я выложу распаковку ее, монтировку. Наш системный блок с вами, выложим какие-то тесты красивые по игрушкам, потестим ее на FPS, на нагрев, на частоту работы вентилятора, в общем, выложим все, посмотрим и решим, стоит эта карта покупки, потрачено денег или нет. Я думаю, что примерно такой будет у нас план действий. Но только это будет тогда, когда эта карта наконец появится у нас в продаже. Когда появится, ну, я, наверное, думаю, что ближе или к концу месяца, или уже в начале следующего года. Потому что пока ни в одном интернет-магазине этих карт в продаже нету, к сожалению. Даже нету предварительных даже заявок на покупку. Вот такие вот, ребята, вот. Вот такая вот у нас получилась сборка. Такая у нас будет карта. Это такое, как бы, настоящая огромная-огромная вишня на этом торте, на сборочном. Я думаю, что всем эта сборка вам понравилась. Пишите, пожалуйста, свои отзывы, комментарии, пожелания. Буду рад прочитать и, пожалуйста, не стесняйтесь. Спасибо большое вам за внимание, ребята. Всего доброго и до новых встреч. Нам надо бежать. Поймать этого биотеррориста, пока он не добрался до наших. Понял? Да. Держись. Ты мне нужен. Ладно. Ну что, давай. Редактор